Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры, и сегодня у нас новая распаковочка. Я для вас сделала две новых коллекции. Это Simple Dimple, а также Back to School, то есть канцелярия. А еще мы с вами откроем 6 пакетиков из АТБ Арена. Вот такие вот новые пакетики, супергерои. Давайте начинать. И, ну, эти пакетики мы все откроем. Simple Dimple возьмем вот этот пакетик последний. Дальше Back to School выберем вот этот. I love physics. Я люблю физику. Дальше одежда для котов, остается 3 пакетика. Выберем вот этот посерединке. И также воздушные шарики. У нас осталось 2. Выберем вот с таким инопланетянчиком. В следующем видео будет еще 3 новых коллекции, которые я уже начала делать. Но пока я не доделала еще, поэтому будем эти открывать. Вот наш каталог, и мы приступаем. Первое, что мы с вами откроем, давайте одежду для котов, так как она уже у меня тут первая открылась. И сейчас будем ее открывать. Какой же нам сюрприз сегодня попадется? Давайте узнаем. Так, нам попадается вот такая вот киса, и у нее вот такая одежда. Сейчас мы будем это все наклеивать. Цифра 2. Клеим сюда. И одежду. Тоже под номером 2. У нас все-таки коллекция одежды для котов. Я решила сделать вместе с котиками. И вот так получилось. Мы продолжаем. Следующая коллекция, которую мы с вами откроем. Так, это у нас Simple Dimple. Это новинка. Уже, конечно, такой игрушкой никого не удивишь, но все же немножко припозднилась я с видео. Сделала давно, но никак не могла выпустить видео. Вот такой нам Simple Dimple попался в виде кошачьей лапки. Наверное, вот так. Цифра 6. Да, это сюда. Если открыты комментарии, напишите, какие бы мне еще коллекции сделать, какие вы хотели бы увидеть. Дальше. Это у нас коллекция Back to School. Вот такой пакетик. Так, открылось как-то не очень удобно. Не очень хорошо. Так, нам попадается клей вот такой веселенький. По цифре 1. Будем сейчас отклеивать. Точнее, вот эту вот пленочку. Кстати, я также делала видео, как сделать наклейки. Оно у меня есть. Можете искать. Или я оставлю ссылочку на это видео под этим видео в описании. И последнее, что мы с вами еще не открыли, это воздушные шарики. У нас вот такая страничка. Вот такой вот воздушный шарик в виде пришельца попадается. Кто знает, что это за эмблема на шарике у нас, можете написать под этим видео в комментариях. Цифра 2. Я-то, конечно, знаю, но знаете ли вы? Думаю, вы все догадались. Если, конечно же, открыты комментарии под этим видео, потому что у нас стали их закрывать. Теперь давайте откроем наши вот эти вот карточки из АТБ. У кого есть АТБ, жмите на лайк. Сейчас давайте посмотрим, что там внутри. Так. Первым нам попадается вот такая новая. Такой персонажик под номером 83. Дальше во втором попадается Зеус, вот номер 78. Далее третий, это у нас геликоптер номер 69. Кстати, сзади они вот так выглядят. Карта оживая с додатком АТБ Арена. Можете скачивать приложение. Дальше следующий. Номер 64 Йоширо. Вот такой рыцарь. Пока повторочки не попалось. Интересно. Вот, только сказала, я так и знала, что я только скажу о повторках. Лучше бы не говорила. Вот попалась повторочка. Ну и последний вот такой интересный. Смотрите, он другой. Вот это так выглядит карточка, а этот немножко по-другому.
Так, сейчас узнаю, кто тут у нас попадется. А тут опять Зеус. И не знаю, чем отличаются вот эти упаковки. Кто знает, напишите. Может, просто разные дизайны. Я не знаю. И вот еще сзади, посмотрите, какая информация. Кому интересно. Простите, что так мало коллекций. Я 3 штуки еще нарисовала, но еще не успела дорисовать фоны и пакетики, потому что нет времени и не получается часто выпускать видео, но я постараюсь исправиться, если, конечно, вы мне покажете своей активностью, что вам интересно. Так что ставьте лайки и обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. На этом всем пока, не забывайте подписаться. И в описании будут еще ссылочки на наши другие каналы, которые вы можете перейти в логовый канал и еще у нас несколько каналов. Всем пока-пока!